откуда вы и кто, и когда поняли, что есть такая вот задача? Якутия, город Якутия. Понял я, когда у меня умерла жена, тяжелая болезнь, которую я не мог вылечить. Ну как я вылечу, я простой человек. И врачи не мой, а рак желудка у нее был. 7 лет или 5 лет промучились мы с ней. Ну она на руках умерла. Ну я с ума сошел после этого. Ну а что это, горе. Вся деревня знает. Что там, весь народ знает. И стал просить Бога сделать меня шаманом, чтобы людей лечить таких, как она, безнадежно больных. Целителем хотел стать. Ну и Бог сказал, иди в лес, посмотрим. Туда и пошел. Не дало мне ни целительства, ни гадательства. Из воина, из меня все.